Леша, поздравляем, сегодня ты стал лучшим игроком матча. Когда матч только шел, ты уже мог представить о том, что ты получишь эту награду? Или у тебя все мысли были только об игре? Ну, конечно, не мог представить. О таком никогда не думаю заранее. Рад, что так получилось. Спасибо ребятам, которые ложились под мячи и до меня долетали уже какие-то огрызки, можно так сказать. Вот, так что рад. В любом случае, спасибо всем. Сегодня у тебя первый сухой матч, получается, за футбольный клуб Уфа из четырех. Как вообще оценишь свою игру в этой встрече? Ну, мне сложно как-то оценить себя. В принципе, были хорошие моменты и плохие. В любом случае, надо работать. И надеюсь, все будет хорошо там. Очень насыщенные были вот эти два месяца после пандемии. Сам не успел уже устать от футбола? Не, наоборот, за два месяца соскучился. И потом два месяца классной работы. Вот. Это одно удовольствие. Это, для нас это не работа, это удовольствие играть в футбол. Поэтому это все круто. Ну и последний вопрос. Ты уже, наверное, прочитал свой телефон, кто-то уже успел позвонить, кто-то написать, кто был самым первым и кто написал самые приятные слова. Самая первая, по-моему, это сестра была. Она и перед матчем писала, во время матча, вот, а потом там телефон разрывался, все поздравляют, так что всем спасибо еще раз за поздравления. И тебе спасибо за игру, и надеемся, что увидимся в следующем сезоне.